я нейтрально в этом смысле существую, потому что для меня самое главное искусство, конечно. Мы с нашей ментальностью отличаемся от американцев. У нас возможен такой скандал? Я думаю, что у нас как раз в этом смысле, если уж говорить о свободе, о которой так долго здесь размышляют, что вот у нас такая несвободная страна. Приглашайте всех сюда, они будут самыми свободными людьми. Ну и это самая свобода. Говорят, свобода, стучать кулаками. Мы тут не свободные такие. Самая несвободная страна Америка. Самый несвободный. Сейчас, да. То, что самый несвободный. Это, да. Сергей Безруков – важная персона. Сегодня 18.10 на телеканале «Москва-24».